Я делаю запрос в энергоинформационном пуле и прошу Архангела Рафаила выйти со мной на связь. Кто спрашивает? Это Влад, Архангел Рафаил. Я прошу вашего разрешения. У меня здесь клиентка с болью в позвоночнике. Она хотела попасть в вашу клинику. Не могли бы вы помочь? У нее боли очень сильные в позвоночнике. Поднимай, посмотрим. Благодарю. Берем Татьяну, бери ее в свои крылья. И на счет три поднимаемся с тобой и Татьяной в клинику Архангела Рафаила. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Архангела Рафаила, посылаем этому месту нашу искреннюю энергию любви и благодарности. Ну, здесь просто команды идут. Самого Архангела я не вижу. И здесь есть место, как... Стол? Смотровой стол, да. Смотровая такая площадка. Потому что я не вижу ни стен, ни потолка. Понятно. Нам ее подвести туда? Ее положить туда нужно. Хорошо, Татьяна укладывается на этот стол. Да, готово. Она на живот ложится. Здесь есть сканер свой, который сверху он начинает сканировать позвоночник. И да. Он как выпрямляет позвонки. И как добавлю... В общем, он сверху начинает, и они меняют цвет. Он идет по всему позвоночнику, выравнивает их, делает как что-то энергии какие-то между позвонками, убирает, что не нужно. Они менять цвет начинают. Где-то наращивает он кости, позвонки. Отлично. Теперь идет это поясница и вниз на бедра он идет на ноги. Он как тазобедренные кости сканирует и укрепляет. Угу. Полностью делает ноги. И потом идет команда негоже полчеловека лечить. Полностью смотреть надо. Переходит на руки и голову. Конечно, все взаимосвязано, конечно. И у нее как просматривается весь скелет, кости скелета, голова, кости рук и голова. Голову сейчас он сканирует. И здесь боль, здесь чувствуется боль. Он закончил с костями, и дальше идет мышечная ткань и как кожа. То есть он все полностью просматривает, удаляет лишнее. Теперь почему-то он ее ставит, когда все тело прошло до конца, до кончиков ног. Он ее ставит на стол, как проверку делает, где мышцы и кости гармонизированы, и жидкость в позвоночнике, спинной мозг, и энергии гармонично проходят, забалансированы. Вот сейчас это он делает, как гармонизацию. Полностью всего дела, правого, левого полушария. То есть он полностью ее стоя уже делает, чтобы она могла двигаться безболезненно и быть гибкой. Она, значит, показывает, что он берет, не берет, трогает правое полушарие и задевает, как перекресток делает и показывает на ногу. И тоже делает с левой рукой и с левой частью мозга и показывает на правую сторону тела, то есть левая полушария как бы за правую часть отвечает, что ли, правая за левую, что-то такое. То так, есть он их так показывает, есть. Что нужно ей в медитации это все помнить и гармонизировать и видеть здоровое тело, а не визуализировать то тело, которое у нее есть больное. То есть она должна как проектировать вот то здоровое тело полностью сбалансированное, сгармонизированное, и где у нее с правой части переплетается с левой. Здесь как идет нервное окончание. С одной стороны красное, с другой стороны синее. Они переплетаются полностью, проходя через позвоночник в ноги. То есть любая точка, где может быть не проходить энергия, она может влиять на слабое место. Это как пирамида. Если снизу что-то вытащить, то она вся упадет. Все верно. Базиса нет. Фундамент. А когда у нее все сгармонизировано, теперь он переходит на тонкие тела, и он показывает, как ее тело расширяется, потому что энергии проходят по всем чакрам. Самым маленьким все дышит и излучает эту энергию. Поэтому ей она как летает от этого. То есть она невесомая становится, потому что более она нет. Наполнена энергией.
Это закончилось. Готово. Архангел Рафаил, благодарим вас от моего имени, от имени Веры, от имени Татьяны за вашу помощь. Мы благодарим клинику вашу, посылаем этому прекрасному месту нашу искреннюю энергию любви и благодарности. Примите ее, пожалуйста. Благодарим вас за помощь. Благодарность — это и есть ваша плата. Человеческое слово от души. Благодарю вас. Принимается. До скорых встреч, Архангел Рафаил. Отключайся от этого места, рассинхронизируйся, Верочка. И вместе с Татьяной и тобой мы возвращаемся назад в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. Мы на месте. Хорошо, Татьяна. Как вы себя чувствуете сейчас? Я абсолютно новая. Отлично. У нас остались 3 вопроса, которые вы хотели задать своему куратору. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Татьяны. А здесь 2 девушки, одна повыше, другая пониже, у них длинные волосы. И они одна в белом платье, а вокруг второй энергии. Я полагаю, мы сейчас приветствуем в нашей комнате диагностики Бонни и Милу. Совершенно верно. И мы рады от этой встречи. И я Бонни, куратор, Мила, наш общий друг, первородные души и их память безграничны. Благодарю вас, уважаемая Бонни и Мила, за то, что вы откликнулись на нашу просьбу. У Татьяны возникли вопросы в связи с 2 именами. Позвольте, пожалуйста, эти 3 вопроса вам зачитать. Да, мы здесь, чтобы помочь и дать полную информацию в этом непонимании. Благодарю вас. Первый вопрос. Кто такие Бонни и Мила? Они обе мои кураторы, и действительно я первородная душа. Начнем с того, что ты действительно первородная душа, но твои сомнения мешают тебе, мешают твоей энергии работать в тебе, помогая и давая знания, принося память. Ты знаешь уже 2 представителей в моем лице и лице нашей подруги Милы. Но почему-то твои сомнения не дают развитию твоей души. И главное, первородные энергии до сих пор не активированы из-за твоего сомнения. Ты давишь их своим сомнением, принижаешь, не даешь раскрыться. Благодарю за этот четкий ответ. Я думаю, именно этого ответа она и хотела услышать. Мы можем переходить к следующему вопросу, или вы хотели добавить? Я хочу добавить, пожалуйста, что активация этих энергий пришла давно, но дай же им расцвести, выпусти их, как ветер вокруг себя, как радость, как что-то совершенно понятное, и прими это. Продолжай, пожалуйста. Благодарю вас. 2 вопрос. Почему после последнего сеанса чистки у другой пары 3 недели назад мне стало так плохо? Из-за головной боли я даже говорить не могла, а талию как будто шлангами перетянули так сильно, что дышала с трудом. А в теле под шлангами все время что-то двигалось. И в таком состоянии я провела 2 дня. Я думала, что мне уже все. Энергии были не сгармонизированы гармонично, не сбалансированы, а также первородная энергия искала свой выход, искала твой стержень визуализации. Что ты делаешь для этого? Как ты себе это представляешь? Ведь энергии их нужно отпустить и распределить, дать им свободу воли. Все 7 тонких тел распределить правильно, дать им дышать, а в середине активизировать свой родной стержень знаний и опыта, медленно направляя его с ног, как поток приятных искрящихся энергий, как пузырьки, поднимающиеся медленно от ног к голове и выходящих через коронную чакру. Все эти ощущения должны быть приятны для тебя. Как только ты познакомишься с ними, ты сможешь управлять своей внутренней энергией, расширять, лечить себя, получать удовлетворение в этой энергии, пока же ты получила дискомфорт. Какая
работа была проведена с тех пор, как ты узнала, что ты первородная душа? Какие знания ты произвела? Слой памяти хранит много чего. Но не надо напрягаться, чтобы вспомнить, а надо дать время и почувствовать легкие пузырьки. После этого укреплять, расширять, и ответы начнут приходить один за другим, слои начнут открываться. Знания должны даваться без напряжения в твоем случае, иначе ты получаешь разбалансировку, разгармонизацию. Приятное состояние должно быть от энергии и родного стержня. Благодарю. Я благодарю вас за этот замечательный ответ. Я прямо увидел эту всю визуализацию. Все отзывается, все так и есть. У нас на Земле есть такая пословица: из ничего ничего не бывает. Первый шаг нужно всегда делать самому, продолжать эти практики, делать их и хотеть чего-то достигнуть, применяя все техники, которые мы применяли в ее чистке и при проверке. Она все прекрасно, Татьяна это все знает. Единственное, остался шаг – это делать. Здесь другое. Шагов было сделано много. Физическое тело и тонкое должны быть обязательной гармонией, иначе сбивается, как я уже сказала, энергетический поток. И происходит дисгармония и дисбаланс тела. Чувствуется на физическом. Именно поэтому в этом случае нужно делать все без напряжения, слушать себя, слушать пузырьки энергии. Как только ты услышишь их, ты сможешь управлять ими, делать их сильнее, наращивать. Но все это должно быть в гармонии и балансе с физическим телом. Благодарю вас за это разъяснение. Перехожу к третьему вопросу. Для чего 2 месяца назад мне было дано чувствование и ощущение здорового и молодого тела на один вечер, а утром опять все по-прежнему? Что я должна была понять или сделать, имея такой опыт? Как я уже сказала, слои опыта твоих практик и знаний хранятся в твоем подсознании, первородной душе. Тело очень важно, как физическое, так и тонкое. Твоя память открывается и показывает тебе, что кроме физического, молодого и красивого тела, ты состоишь из других. Тебе пытались показать прослойки одного за другим, но ты лишь увидела физическое. Это и есть тонкий план. В твоем случае это было чувство, как ясно знание. Твои знания открываются постепенно, и никто не знает, в какой точке и какой пласт поднимется. По мере твоего развития это как книга открывается на какой-то любой странице. Любые ощущения, новые видения и знания, яснослышание, все пытается возродиться. Но все должно быть в гармонии, как я уже сказала раньше. Уважаемая Мила, уважаемая Бонни, я благодарю вас за ваши ответы, свои подопечные. Это очень важная информация, которую вы передали. Нашу традицию в этой комнате диагностики, я думаю, вы уже знаете. В моих руках, Верочка, в твоих руках появляются 2 корзинки с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешения передать этот скромный подарок в знак благодарности Бонни и Миле за то, что они пришли, помогли своей подопечной, за эти замечательные ответы и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Благодарю за эту память Земли. Сейчас и наши слои немного приоткрылись с этой прекрасной визуализацией. Благодарим вас. Примите нашу искреннюю энергию любви и благодарности на этом месте. Все вопросы мы решили. Я говорю: до скорых встреч, уважаемая Бонни и Мила. Возможно, когда-нибудь мы еще встретимся. Всем наилучшего. Приятного бытия. Благодарим вас. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Татьяна, мы получили ответы на ваши 3 вопроса. Вы всю информацию получили?
Я счастлива. Отлично. Будем вас возвращать.